Всем привет, дорогие друзья! С вами Сквайр Кицуня, и сегодня очередная трансляция, интересная очень трансляция для вас. Но перед тем, как начать, мы хотели бы поблагодарить всех, кто смог посетить наш стенд на выставке Игромир 2013. Это было действительно круто, вы видели постоянные розыгрыши, турниры, огромное количество посетителей, выступления самых красивых на всем Игромире девочек. Оркестр волынщиков, группа приключений электроников. Все это можете посмотреть, кстати говоря, на трансляциях, они записаны. А также мы привезли два настоящих танка. В общем, надеемся, вам понравилось на самом деле. Ну и, конечно же, многие из вас на протяжении нескольких дней отстояли очередь и смогли посмотреть геймплей наземки. Вот. Ну и вот нашими общими усилиями вот с 4 октября, вот уже довольно много времени прошло, не утихают бурные обсуждения на форуме и других наших площадках. После первого показа геймплея, который мы как раз устроили из закрытой зоны Игромира, Кицуня, приветик. Приветик. И сегодня мы впервые покажем вам примерные ветки развития бронетехники War Thunder. Сегодня у нас в гостях геймдизайнер Cage Entertainment Вячеслав Буланников. Слава, здравствуй. Известный, да, привет, многим, всем привет. Под ником БВВ. Да. Привет, привет, Слав. Мы с вами подробно остановимся на советской ветке развития и коротко в общем плане продемонстрируем немецкое дерево развития танков. Да, на самом деле, это как раз мы сегодня и анонсировали. Сейчас тихонечко музычку включу, чтобы нам не было скучно. И поговорим об этих самых ветках. Стрим будет не очень длинный, но довольно информативный. Слава, тут многие зрители ждали твоего появления и комментариев по поводу бронетехники War Thunder. Вот. Сейчас я думаю, что мы сразу же начнем с того, что продемонстрируем, собственно, ветку, о которой пойдет сегодня речь. Вот, но перед тем, как ее показать, вот, хотели бы спросить о том, что же это было на Игромире, имеется в виду, что за билд War Thunder был на Игромире, был продемонстрирован. Насколько этот билд вообще близок к тому, что увидят игроки при общедоступном тестировании? Да, про билд, который был у нас на Игромире. Но это была достаточно ранняя версия. Но, в принципе, по некоторым аспектам он показывает, может показать вот то, к чему мы стремимся, то, что будет и в финале. Ну, то есть, общий, как бы, график будет, естественно, не хуже, возможно, еще будет лучше. Физика там сейчас еще донастраивается немного. То есть там были, да, небольшие глюки там, вы могли их видеть, но это все, то есть это все ерунда, и она полируется там достаточно быстро. Модель повреждений, в принципе, тоже, да, достаточно такого уже близкого к финальному варианта, но при этом тоже были некоторые там проблемы еще в том билде, с которых то есть, всякие тоже непонятки возникали. Но вот мы сейчас это все допиливаем, прям вот буквально сейчас. Ну, хорошо, но, например, вот в этом билде, насколько я знаю, некоторые фишки были специально сделаны, то есть да, они не пойдут. Да, естественно, сами настройки того, вот там карты. То есть специальная карта для Игромира была сделана специально, чтобы поближе все было быстрее, потому что мы хотели охватить как можно больше количества народа, чтобы оно смогло поиграть. Настройки артиллерии, которые вызвали у нас такие большие, значит, обсуждения и споры тоже. То есть и время реакции ее было специально, даже не то, что увеличено, она была практически мгновенной. Точность и все остальное. Сейчас мы это тоже настраиваем, будет немного по-другому вообще работать артиллерия. То есть она не предназначена для того, чтобы мгновенно уничтожать любую цель. Она предназначена для того, чтобы вот динамику сохранить на карте, чтобы можно было кого-то выгнать, какого-то снайпера, да, там из укрытия. Вот. Но, соответственно, тоже у снайпера будут некоторые шансы уйти от удара. То есть такая больше то, что придает динамике игре, нежели какое-то ультимативное там средство уничтожения. Ну, понятно, да. В принципе, так и предполагали. То есть это все, конечно, обсуждалось на форуме. Ну, хорошо, давай перейдем к теме трансляции. Расскажи о советской ветке развития. Сколько представлено машин, каким образом они, собственно, поделены в классе этой советской ветки. Вот, собственно, мы ее продемонстрируем сразу же. Так. Это я пока не вижу у меня, видимо. А, все, вижу, да. Так, ну надо сразу понимать, сразу я говорю, что это так называемая предрелизная ветка набор техники, к которому мы будем стремиться то есть к тому набору, который мы хотим сделать в первую очередь, как можно быстрее.
Вот, здесь нету переменной техники, здесь нету класса зенитных самоходных установок, всяческих трофеев, всего остального. Вот. Но, в принципе, это то наполнение, которое основное будет. Но нет тоже нескольких модификаций, возможно, машин, которые всем известны. Там. Но вот в первую очередь мы будем вот к этому стремиться делать. Не знаю, про что. Про то, как, собственно, почему и что. Ну да, вот они поделены на несколько как бы довольно закономерных класса. Вот. Да, но надо сказать, что то есть это не скриншот прокачки, да, то есть это не скриншот дерева развития, это наполнение именно самой ветки, а то есть как оно будет располагаться, в каком порядке, что, зачем, и как оно будет там из одного переходить в другое, это уже вы видите в игре. Вот, да. Поделено на классы, это легкие танки, средние танки, тяжелые и самоходные артиллерийские установки. Будет еще отдельный, видимо, класс подраздел зенитно-самоходная артиллерия. Ну, в СССР там в основном будут всякие колесные, полугусеничные там, варианты, там, вот, американские, что-то из ленд-лиза, возможно, будет. Вот. Также здесь нету сейчас премов не отмечены, которые, то есть, так же, как и в нашей самолетной часть игры, там в основном ленд-лиз и всякие такие более интересные, редкие проекты, они тоже будут. Но, видимо, прям не сразу. Но хотя вместе с общим доступом будет премиум машины будет. Их будет немного, но они будут. Вот. А вообще ленд-лиз пойдет, да, в премы, и там будет там очень много танков, планируем. Ну, фактически чуть ли не половина парка танков США и Великобритании к нам поставлялась и воевала очень. То есть очень распространенные были машины. То есть понятно, что и Шерманов там очень много модификаций, и Валентайн, и Матильды, там прочие там британские танки, которые, особенно британские танки, вот в первые сложные годы войны, там 41-й, 42-й год, 43-й. То есть, ну, они, по-моему, в конце 41-го еще начали приходить. И вот, да, мы постараемся это все отметить. Слав, у меня вопрос. В целом, чем вы руководствовались при проектировании данной ветки? Это больше хронология создания или конструкторские бюро? В принципе, мы руководствовались тем, чтобы хотели показать в игре наиболее участвовавшие, то есть воевавшие, заметные те образцы техники, которые наиболее заметны были как во время войны, так и после, которые составили основу парков. То есть такие более-менее известные машины, серийные, то есть максимум серийных показать образцов модернизации и модификаций. Те машины, которые были более редкие, там, в меньших количествах, прочие, они имели, то есть, более низкий для нас приоритет, хотя тут тоже в дереве есть несколько таких редких достаточно машин, ну, то есть, как вот Т-34-57, да, вот, то есть, с одной стороны, машина достаточно малосерийная, но, с другой стороны, она повоевала, успела повоевать в битве под Москвой, поэтому вот мы решили, что она тоже должна быть, вот, ну, и так далее. А расскажи, вот так вот, может быть, совсем коротко, как происходит работа над танком, то есть вот с самого начала и как бы вот до того момента, когда он появляется в игре, это, наверное, многим интересно. Это такая достаточно интересная работа. В первую очередь мы обсуждаем с нашим историческим консультантом общий план машин, на который мы хотим получить документацию. То есть там примерно, ну вот, по Т-34, например, у нас был собран там примерно 130 или 140 страничный паспорт на все машины, который включает все модификации от самых ранних до последних вместе с самоходной артиллерией, которые были на базе 34-ок. То есть сначала делается этот документ, в первую очередь, в котором указывается отличие всех модификаций друг от друга, их внешний вид, там окраски, которые были, там основательные знаки, технические особенности, там размеры и все-все-все прочее. Вот. После этого, собственно, мы уже выбираем несколько машин, которые мы отдаем именно в работу уже моделлером нашим. Вот. И для них еще дополнительно счет тоже иногда дособирается документация. То есть это гигабайты, гигабайты, гигабайты всяческих там схем, чертежей, проекций, фотографий в первую очередь. Потому что все, как бы, все машины, которые у нас в игре есть, они имеют всегда в паспорте есть прототип, в который в фотографии выражен. То есть это что-то реальное, что было на самом деле. Всегда. Ну, либо понять, что если этого не существовало, как несколько машин в немецкой ветке, то да, там приходится иногда обходиться только проекциями и там поздними работами историчной литературы. Ну, то есть не первоисточников. Ну, такое мы стараемся. Слав, вопрос. Есть ли у нас какие-то редкие экземпляры? Ну, может быть, альтернативные схемы машин?
Ну, тут именно, да, какие-то особенные машины. Ну, вот ветки есть, ну, не то, что особенные, но достаточно интересные машины, как многобашенные предвоенные танки, там, Т-28, Т-35, которые мы, то есть, да, планируем реализовать управление башнями, чтобы оно было работало. То есть это тоже достаточно сложная задача. Вот. У немцев такая, то есть сложная такая машина, как, ну не то что сложная, а интересная, как Фердинанд, которая фактически из серийных образцов была единственной с электротрансмиссией, с подвеской, с электротрансмиссией, с таким трансмиссией, да, ради которого придется делать именно свой тип. Вот. Если все остальные типы там трансмиссии можно разделить на несколько, и фактически 99% танкового парка мы охватим, то да, есть несколько, для которых приходится делать свои системы уникальные. Интересно, это же довольно затратно, да, пожалуй? Но здесь все-таки задача историчность, да? Да, но без таких машин, которые, ну, понятно, что без Фердинанда никак, видимо, никак нельзя обойтись. Ну, все-таки такая полумифическая машина, то есть ну, вот количество мифов, которые вокруг нее обросло, там... превышает все разумные нормы. Вот. Ну, сама по себе тоже очень интересно, очень продвинуто для своего времени. Да, ну, игроки уже видели скриншоты Фердинанда. Очень долго облизывались на него. Вот, будут теперь знать, что, оказывается, для него разрабатываются специальные функциональные Ну, просто, да, вещи. Специальный тип трансмиссии, который у нас есть. То есть у нас трансмиссия, она реально работает, в ней мы сдаем передаточные числа, и то есть радиус ведущих колес, там всего остального, и смотрим реально по графикам, то есть какие мы выдаем скорости, на какую передачу получим, какой, то есть аналитически можем посмотреть, какой уклон машины преодолеет, может, вот, и все такого прочее. Поэтому, да, это особенности, они интересные будут, они будут заметны. Расскажи нам, пожалуйста, о модульной системе. Всех интересует возможность устанавливать различные пушки на бронетехнике. Да, я понял вопрос, да. Ну, тут уже, в принципе, если внимательно посмотреть на ветки, что советскую, что немецкую, можно ответить, что такого не будет в этом плане. То есть, да, очень мало танков, но было некоторое количество, которые позволяли смену орудия основного. Но мы все-таки решили разделить по разным машинам. Вот. То есть вот тут еще такой вопрос, что мы, тогда мы их можем, нам более просто их допускать в разные исторические там события, ивенты, да, то есть одну машину мы говорим, да, она воевала, ее можно, а вот другую с такой пушкой уже их не было там, так что извините. В целом прокачка будет похожа на самолетную, да, то есть это обслуживание, там, приведение к максимально работоспособному состоянию всяческих систем, агрегатов, ну, то есть там и регулировка там, двигателя, подвески, трансмиссии, там, замена гусениц и вот все это такое прочее. Там, открытие новых типов снарядов и так далее. Вот. То есть будет похоже, в принципе, на самолетную. Ну, вообще, много ли будет модификаций танков? Вот, например, Т-26 прошел через массу модернизации. Да, здесь он отмечен у нас на картинке одной машины, но, видимо, их будет ну, несколько точно. То есть, как минимум, с разными башнями они будут. Вот. Совершенно точно. Ну, так вот, БТ здесь более развернуто отмечено, а Т-26, да, тут несколько недоработки. Ну, то есть, еще раз напомню, да, что будет это, несколько машин, что да. Эта ветка, собственно, она предрелизная, то есть совсем-совсем не имеется в виду, то есть на ней указаны те машины, к которым, собственно, стремятся, то есть те, которые вот... Да, те, которые вот в ближайшее время будут, ну, то есть, либо которые появятся вместе с общим доступом, который мы, ну, когда всех игроков запустим. И, соответственно, в первое ближайшее время будем стремиться вот, ну, по этому наполнению делать. Хорошо. Ну, естественно, отмечены, как я уже сказал, премиумные машины, и там некоторый класс, который еще будет дополнительно возможен, и бронемашины тоже. Хорошо. Ну, вот еще вопрос такой, может быть, частный, но все-таки. Вот мы знаем, что ты разрабатывал систему снарядов и повреждений в самолетной составляющей. И вот расскажи, как обстоит дело с танками. В чем принципиальные различия снарядов и как это влияет на модель повреждений? Не то чтобы прям, то есть, именно разрабатывал, но так, то есть, ТЗ, но они когда, да, расширение функционала, да, было некоторое от меня. Ну, в танках тут больше, если в самолетах, то есть, большая часть разнообразия, видимо, ну, то есть, потому что авиационные снаряды, особенно истребительных пушек, как, они были оптимизированы для поражения таких достаточно тонких целей, да, как самолета, то есть мягких, то в танках больше разнообразия как раз в бронебойных снарядах. Вот. И особенности там были различные.
и разные конструкции снарядов, которые, то есть одни работали лучше по наклонной броне, другие по вертикальной, то есть от наклонной у них был больше шанс рикошета при меньших углах, различные там бронебойные головки, которые также вот тут лучше работали по наклонной броне и по вертикальной тоже, и подкалиберный снаряд различных конструкций. Вот. И даже я думаю, что машины, особенно СР, то есть первые, самые ранние, они будут вооружены у нас и будут массово применять шрапнель на удар. Ого, ничего себе. Ну, потому что, да, это такой достаточно, ну, в узких кругах историков, видимо, да, кто занимается вопросом, это проблема бронебойных снарядов советских первое время, то есть первые месяцы войны, она такая достаточно была острая, то есть их было очень мало, их только начали выпускать, и очень массово наши танки воевали вот с шрапнелью на удар, который еще с царских времен было там поставлено какое-то бешеное количество. Ну, то есть миллиметров 30 там она пробивала. Вот, то есть нельзя говорить, что прям вот 34 и КВ, они вот немецкие танки начала войны шили прям вот насквозь без всяких проблем. Проблем было много, и некоторые особенности мы тоже отразим в этом плане. То есть, да, и снаряды, понятно, будут все, ну, то есть если до этой пушки вот был ассортимент снарядов какой-то, достаточно большой, он будет весь у нас представлен в игре. То есть для 3-4 76-мм пушки я там насчитал примерно там 7 или 8 типов снарядов. То есть ты только один из них осколочный, фугасный, а все остальные там разные конструкции, бронебойные, кумулятивные и так далее. А для тех, кто не смотрит второй стрим для Еврокомьюнити, мы можем показать немецкую ветку развития. И, Слава, что ты можешь сказать по этому поводу? Что там есть интересного? Ну, интересно, если, так понимаю, вся эта интрига была в отсутствии наличия таких экспериментальных машин, как Маус или Е-серии. Ну, вот мы решили, что сможем, видимо, пока обойтись без них. То есть немецкие танки после войны, нет, они здесь есть ветки, которые либо только в проектах, либо в полуметалле были воплощены, ну, такие танки, как «Пантера-2». Хотя, ну, то есть некоторый прототип, он все-таки построен, и он даже там в музее до сих пор стоит. Но, правда, не с той башни, с которой проектировался. Как «Пантера F», как «Тигр» АУСВБ со 105-мм пушкой. Но тут уже мы руководствовались тем, что и сама машина была построена, ну, то есть и пушка существовала, ну, да, не дошло до дела, до скрещения их. Вот. Поэтому тут немецкие ветки как бы, да, немножко больше натяжек, особенно на высоких уровнях. Но это там та же проблема, что и с самолетами. В общем-то, все вы понимаете, да, что равное МиГ-15 в Третьем Рейхе не было ничего создано. Поэтому там есть некоторые проблемы. Но с германской, то есть с германской бронетехникой, мне кажется, проблем несколько меньше, потому что те орудия, то бронирование, тот уровень бронирования и тот уровень бронепробиваемости орудий, который был на них достигнут на поздних машинах, он достаточно был актуален еще и несколько лет после войны. То есть та же пушка КВК-43, она вполне сохраняла актуальность там и до середины 50-х годов. То есть тот же 54, тот наш Т-54, не все участки его бронирования обеспечили защиту. То есть башня, насколько я помню, по испытаниям Югославии, да, пробивалась. Вот, поэтому тут, я думаю, будут более балансированы, нежели в самолетах, и меньше, то есть, такой необходимости будет прям придумывать им какие-то либо совсем убер-машины, совсем-совсем бумажные, либо вводить им совсем послевоенные, там, уже конца 50-х, там, начало 60-х годов. Так что я предполагаю, что мы этим обойдемся. Так, и наши зрители еще прислали несколько вопросов до трансляции. Я собирала их на форуме, но вопросов совсем немного, и мы постараемся некоторые из них тебе задать. Да, ну, самый популярный, наверное, вопрос — это касательно режимов. То есть сражения будут проходить только в режиме танки плюс самолеты, или предполагаются режимы отдельные танки с танками, самолеты с самолетами? Мы уже отвечали, по-моему, на этот вопрос, что да, что планируется, ну, все виды режимов. Все основное, видимо, будет смешанный. Но будут и так же, как сейчас, самолет против самолет, танки против танков. Ну и вот вопрос из чата довольно популярный. Будут ли работать пулеметы на танках? Да, я думаю, будут работать пулеметы на танках. Потому что это, то есть, в плане борьбы, особенно в аркадных режимах, скажем, в тех режимах, в которых есть внешний вид, то есть даже танковый пулемет вполне может быть средством отпугнуть самолет, отогнать, дать целеуказание своему самолету, потому что, как видели со стримах с Громира, мы не показываем маркер над вражескими наземными юнитами для авиации. Ну, то есть только если
свой танк, например, выделил цель, либо там будет еще некоторый другой функционал, возможно, то есть дал цель указания, да, либо вот трассирующие пули те же самые. Поэтому, скорее всего, я надеюсь, будут работать у нас, да. Спрашивают из чата повторяющийся вопрос, можно ли будет раскрашивать танки, будут ли камуфляжи? Да, будет, то есть возможность сменить окраску будет. Она будет несколько не такая, как в самолетах. Ну, то есть сам механизм немножко другой, потому что танки сделаны именно технологически немножко по другому принципу. Вот, но да, будут, мы планируем, что будет. Ну, частный тоже вопрос от зрителей был заранее. Как будет рассчитываться количество подкалиберных снарядов танков? Предварительно мы будем этот вопрос балансировать ценой таких снарядов. То есть они... Ну, примерно так же, как с лентами у нас сейчас. То есть наиболее эффективные ленты, они как бы самые дорогие, но в снарядах будет еще больше. То есть цена удельная их, она будет, то есть, очень... Соответственно, чтобы был стимул их использовать редко и, то есть, не стрелять только ими. Ну, это интересно. Я смотрю... Да, Кицуни, вопрос у тебя есть какой-то? Да, еще вопрос из про танки из чата. Спрашивают, будут ли плавать легкие танки? Я пока не могу ответить на этот вопрос. Ну, не то, что... Можно всегда говорить «скоро». Скоро не буду говорить. Но, собственно, какие танки? Те танки, которые у нас представлены, тут плавающих танков пока нету ни одного. Вот, если что. И те танки, которые плавающие, например, были там на вооружении СССР начало и середине войны, Т-38 плавающие, там еще, они плавали довольно плохо. Вот. Для них была проблема даже, то есть, более крутой берег, несколько непологий, да, какой-то пляж, там выбраться уже там, проблема. То есть, движки маломощные были. Американцы были, у японцев более интересные десантируемые амфибийные машины, но об этом, я думаю, речь зайдет, когда мы будем вводить, собственно, американскую ветку. Ну, также вот из чата вопрос про ПВО, будет ли оно в принципе, то есть в ветках мы пока это не увидели. Да, в ветках мы этого не видели, но я как уже говорил, что вот как раз этой ветки нету, как и возможные ветки бронеавтомобилей различных. У нас документация собрана по всем советским бронеавтомобилям, там начало войны, там, то есть по немецким тоже собраны и собираем. Вот. А по ПВО, да, мы как минимум по одной машине будет точно. Прям ну, вместе с доступом, с общим. То есть, я думаю, это будет, можно сказать, 100%. То есть, будет по одной самоходной установке. Вот. Ну, а как бы всю линейку, я думаю, покажем позже вместе с уже с премиумной техникой, с ленд-лизом, со всем остальным. Еще один горячий вопрос из чата. Будет ли вид изнутри танка? Нет. Именно изнутри, как в кабине самолета, нет, не будет. Но тут... Довольно очевидно, что для большого набора танков это требует задач, сравнимых, собственно, с трудозатрат, сравнимых с созданием внешних моделей самих танков, да, то есть вопрос, делать еще один танк или сделать кабину для танка. Вот. Ну и второе, в танке кокпит не дает такого функционала, как в самолете. Потому что, в принципе, бой ведется либо, если командир танка, то это может через смотровые приборы, либо через, ну, то есть открыв командирский люк на там башенку и посмотрев уже через бинокль своими глазами. Наводчик, соответственно, ведет бой через свой прицел, через телескопический или перископический. Механик-водитель через свои приборы наблюдения, там, либо в головных транках, возможность приоткрыть люк. Мы постараемся сделать именно эту реализацию. То есть несколько фиксированных камер на танках, которые в сложных режимах, ну, в симуляторных режимах, да, не будут давать возможность внешних видов, то есть будет несколько фиксированных привязанных точек на танке. То есть вид там, от лица механика-водителя примерно, там, командирский вид, там примерно над башней с возможностью поворачиваться, и там вид прицельный от наводчика. Будут некоторые универсальные прицелы. То есть мы не планируем сделать для каждого танка свой вид прицела, вот, но он будет... такой, который будет позволять вести огонь на дальние дистанции, и при этом в сложных режимах для него нужно будет, то есть для стрельбы на большие дистанции, нужно будет делать некоторые еще операции. То есть в легких режимах там точку прижения будет показываться автоматически, а в сложных
дистанция до цели не будет, скорее всего, и вам будет надо самому вводить ее каким-то образом и, соответственно, пристреливаться, видеть там перелет, недолет и так далее. Ну, а в аркаде, понятно, там, в простых режимах все будет автоматом показываться, вам надо будет только навести перекрестие на цель. А подскажи, вот тоже вопрос интересный из чата, будут ли фары и насколько они будут функциональны? Ну, фары сейчас функциональны в том плане, что они будут, что они умеют, что они есть, да? Что они умеют умирать, отрываться при попадании в них осколка, пули, там, снаряда. Ну, с освещением пока не могу сказать точно. Ну, то есть, такая возможность закладывается, но это, то есть, это уже из, именно из разряда ночных боев и их играбельности. Ага. То есть, пока не могу ответить на этот вопрос. Слав, ну и последний, самый главный, самый важный вопрос весь чат капсом. Когда? Когда я больше, чем отвечал Кирилл в одном из интервью, то есть в этом году я не смогу ответить. Ну, я в этом году, ребят, да. Да, и это тоже хорошо, потому что да, вопрос самый-самый-самый популярный. Когда же, когда? Ну вот, собственно, в этом году все ждем танков. Уже очень много, кстати, сегодня информации прозвучало. Я думаю, все очень довольны. Мы будем потихонечку закругляться. Я поставлю музыку и под них, собственно, попереключаю еще вам ветки, чтобы вы могли их посмотреть. Спасибо большое, Кицуня. Спасибо большое, Слава. Угу. Был рад с вами пообщаться, да, и со зрителями. Да, я думаю, не в последний раз. Я думаю, что мы еще проведем несколько эфиров, возможно, и с историками, возможно, и по немецкой ветке более подробно поговорим. Да, все ждите наших танков, играйте в наши самолеты. Всем до свидания. Кицуня. Пока-пока. Пока-пока-пока. И последнее, о чем забыл сказать, посмотрите обязательно после этой трансляции на официальном сайте и на всех наших площадках появится новость, в которой, собственно, вы сможете найти данные ветки, а также через некоторое время будет опубликован этот стрим. Всем спасибо за внимание и пока-пока-пока.